Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры и тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Буква М в имени дает большую внутреннюю силу, однако уступчивость зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Самым важным для этих людей, безусловно, является благополучие семьи, а наивысшим счастьем – тепло домашнего очага. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Имеет глубокие чувства, проявляет умение обращаться с деньгами. Мировоззрение родителей или домашнего уклада может ограничить их мышление и так прочно пустить корни в сознание этих людей, что в другом взгляде на жизнь у них может попросту отпасть надобность. К своей работе они относятся ответственно и серьезно. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.